Карасик, и вы на канале Маги Мальцев. Сегодня мы приготовим необычный и просто нереально вкусный шоколадный торт из панкейков, который просто идеально подойдет для завтрака, так как не требует много сил и времени приготовления. Приготовление этого торта займет ориентировочно около 30 минут, а для приготовления нашего завтрака нам понадобится. В глубокую миску добавить 200 грамм муки, а также 50 грамм сахара, 1 столовую ложку какао, а также 1 чайную ложку ванили. И все хорошенько перемешать. К сухим ингредиентам добавить 2 яйца. После смешивания добавить 150 мл молока. Если тесто получается слишком густым, добавить еще немножко молока. Сковороду смазать сливочным маслом и испечь блинчики. Когда блинчики будут уже готовы, можно нарезать фрукты. В апельсинах желательно вырезать белую кожицу, так как именно она будет придавать горчинку. Но если вы любите более резкий вкус, можете все оставить. Для приготовления крема добавить 250 мл холодных сливок. Взбить сливки до плотной консистенции. Кстати, этот миксер очень раритетный. Сколько вкусняшек было приготовлено в моем детстве благодаря ему. А к уже взбитым сливкам добавить творожный сыр и продолжить взбивать. У нас получилась очень плотная и довольно густая консистенция. Выложить наш крем на уже заранее приготовленные блинчики и равномерно распределить. Поочередно добавить фрукты. Укрыть слой блинчиком и снова равномерно распределить крем. Завтрак готов. Я уверена, что этот десерт зарядит вас бодростью и позитивом на весь оставшийся день.